Неистовая пляска. Кенпати дзараки. Всем привет, и если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами Дрейфер. Добро пожаловать в игру под названием Bleach Immortal Soul. Так, это игра по Бличу, какая-то новая. Она полностью на русском доступна. Сервера тут какие-то, новый сервер. Так, ладно, система. Фоновая музыка. Да все, пусть будет на этом. Поле это высокое все. Естественно, высокая частота 60 кадров. Так, пользуемся, все нормально. Так, ну, все. Так, ставим высокое, это самое, как его, разрешение. И давайте посмотрим, что это у нас такое. Итак, тут у нас озвученные и переведенные все диалоги. Я Ичига Куросаки, мне 15 лет, и я ученик старшеклассник. Моя семья владеет клиникой в городе, там всегда многолюдно. Возможно, именно поэтому я с рождения вижу души умерших. Вечер этого дня. Тут достаточно быстро все... Ой! Ты посмотри. Даже это анимированное. Кто ты такой? Было бы правильно сказать, кто ты такая. Близко. Бах! Близко? Что близко? Ты слабоумный? Он же не видит, что это девушка. Ты видишь меня? А? О чем ты? Я ничего не понимаю. Что значит видишь? Обычно люди не видят. Я проводник Я Шинигами. Будем так. После объяснений руки. Да? Значит, ты Синигами. Ты Шинигами. Прибыл сюда из далекого сообщества душ. Общества душ. Это ты прогнал злого духа? Пустого. Да кто тебе поверит, ненормальный. Слишком близко, сгущение душ совсем рядом. Это же Фишбон. Я слышал. В смысле, слышал? Руки, это что, мужик? Это действительно звуки пустых. Да, именно так. Юзу. Понятно, тут немного перевод такой. Как в Википедии прям. Юзу. Интересно, это типа стратегия какая-то. Не подходи. Это как этот, что ли, интересно? South Park? Этот просто... Это звук пустого. Ну, конечно, мы знаем, что звук пустого не так звучит, но... На, морда, она сама упала. Шинигами! В этом случае все только и будут ждать, чтобы стать его едой. Хочешь спасти свою семью? Ну, конечно! Как-то он-то не слишком это сказал. Вдохновленно. Есть один способ. Ты должен стать Шинигами. Вставь этот меч Занпакта в твое сердце, я волью в тебя его силу. Дай меч мне, проводник душ. Меня не зовут проводник душ. Я руки Акучики. О, кадры из анимешки. Как всегда вставляю. А я Ичига Куросаки. Куросаки Ичига. Я покажу тебе, что случается с теми, кто хочет навредить моей семье. Что за кислое выражение лица? Да, у него маска, которая не меняет выражение лица. Так, а что делать? Нажав на аватар персонажа, можно запустить навык атаки. А, понятно, как это выглядит. Общий урон. А что он так часто меня лупит-то, эй? Атака получения урона восстанавливает гнев персонажа. Когда гнев накопится до максимума, можно запустить мощный ультима. Гетсуга Теншоу? Серьезно? Он же в этой форме еще и даже не изучал ее. По крайней мере, название он ее точно не знает. Это даже было продумано в этом. Hit the Soul 7 на PlayStation Portable. Кто помнит, ставьте лайк обязательно. Пишите об этом в комментариях. Да, это важно, это интересно. Виктори, победа, мертвые персонажи, больше или меньше,
меньше или равно 3. И мертвые персонажи меньше или равно 1. Тонус и лимит тонуса. Уровень 2. Открывается после прохождения сюжета. Сенкаймон. Ёлки-палки. Так, нам выпал Теншентай. Кулак и... Что это? Камень духа воина. А, камень духа воина. Сила 1. Самоцвет, представляющий огромную силу. Необходим для повышения качества персонажа до зеленого и зеленый плюс 1. Теншентай. Предмет для повышения качества персонажа. Пилюля усиления опыта 1. Увеличивает опыт персонажа на 100 единиц. Прикольно. Ранг Кумацумото. Бах. Слушай, выглядит прикольно, прикольно. Я хотел дать ему половину духовной силы, а он забрал все. Этот парень. Утро следующего дня. Слушай, мне нравится вот эта анимированная история. Братишка, завтрак готов. Если не поторопишься, то опоздаешь. Это чудо. Грузовик целиком врезался в дом. Я не ожидал, что все будут в порядке. Ваши раны полностью зажили. Это особенность всех шинигами. Значит, она вернулась в сообщество душ. Но не тут-то было. Че, мы бегать сейчас будем? Кажется, вы уже где-то встречались с человеком, который впереди. Сходи и разведай. Нажав на сюжетную миссию слева, можно автоматически переместиться к пункту выполнения миссии. Круто. Слушай, прикольно. Вот она. Ученица руки возникла перед Ичигой. Тут немножко по-другому сюжет. Там-то в анимешке они в школе встретились, и она была в пиджачке сером. Надеюсь на ваше покровительство. Ты как здесь оказался? Почему он ее мужским родом называет? Это особенность перевода такая? Давайте будем считать нормально. Ты ведь вернулась в место под названием «Общество душ»? Болван, только шинигами могут вернуться в «Общество душ». Так как моя сила про шинигами почти полностью была поглощена тобой вчера, сейчас у меня нет такой способности. Не понимаю, почему они не напишут везде шинигами или везде проводник душ. Зачем комбинировать и писать то проводник, то шинигами? Запутаются игроки. Сейчас у меня нет такой способности. Что? Я не знал об этом. Пока не восстановлю свою силу, ты должен помогать мне выполнять задание шинигами. Я отказываюсь, я больше не хочу встречаться с теми чудовищами. Как же так? Ты вчера неплохо справился. Это потому, что моей семье грозила опасность. Я не собираюсь сразу с чудесами ради незнакомцев. Прости, что не оправдал твоих ожиданий. Раз уж так, не стоит пенять на меня. О, что происходит? Моя душа покинула тело. Блин, класс. Эй, следуй за мной. А у руки озвучки нет, что ли? Так, мы тут бегать сейчас будем, да? Ну-ка, давай-ка. Руки Кучик вступил в отряд. А можно я сам побегаю? Блин. Идет автопоиск. Вот она. Руки. Сейчас будет этот паучок за ним, за ребенком бегать. Эй, куда ты собралась? Это здесь недалеко. Запятый. Что? В течение 15 минут до или после полудня в детском парке в диапазоне 20 метров появился пустой. Боюсь, он нацелен на душу в округе. Не помню. Этого парка. Вот он, тот самый мелочь. Мужская душа. Помогите мне. Стой, ты хочешь его спасти? Разве он не знакомец? Даже если мы не знакомы, как можно стоять без дела, смотреть, как его атакуют? Не будь наивным. Шинигами должны справедливо относиться ко всем духам. Надо сделать все, чтобы спасти сознание всех других духов. Неважно где, даже ценой собственной жизни, мы должны со всем справляться. Ты все осознал, Ичиги. Да, я все осознал, сейчас я морду набью. А где тень? О, смотри, мы вдвоем теперь будем. Рукия и Ичиги. Рукия, давай. Пошаговое сражение. Я так понял. Прикольно. А вот и босс. Могу переключаться на... Нет. Отлично, затем нажмите на урон на руки. Руки можешь получить x1 бонус. А, комбинированная атака. Слушай, прикольно. Неплохо. Фу, он напердел на нас. Гадость какая. Так, на меня наложили яд, я так понял. Тсугатэншоу! Руки, шоу руки.
Это этот, что ли, как его? Соукацой. Давай, Ичиги, не тормози. Я нажал, ты должен сразу атаковать. Почему ты ждешь? В победе он говорит Гетсуга Теншоу. Победа, мертвые персонажи и мертвые персонажи опять. Открывается после прохождения сюжета. А, три уровня проходим, но он откроет Сенкаймон. Камень духа воина, тело. Самоцвет, представляющий огромную жизнь. Необходим для повышения качества персонажа. Два Теншентая и три усиления опыта. Слушай, неплохо. Мы можем улучшить Ичига, я так понял. Да мне нет никакого дела до осознания. Я спас его, потому что хотел спасти. Когда ты вчера спасла меня, ты задумывалась об обязанности с Шинигами? Чтобы смело заступиться за кого-то не стоит... чтобы смело заступиться за кого-то, не стоит размышлять, твой ли это долг. По крайней мере, я нет. Вот это да. Вдалеке виднеется Орихима и новое. Скорее подойдите туда, чтобы узнать, что случилось. А почему я не могу другие действия? Блин, я только обучение. Ну, выглядит красиво, мне нравится. Возможно, это не единственное будет видео. Как больно. Иноуэ! Куросаки! Тебя сбили? С тобой все в порядке? Хорошо, что ты здесь. Я воскресла. Слушай, они всех женских персонажей мужским родом озвучивают, переводят. Привет, Иноуэ. Привет. Что это за синяк у тебя на ноге? А, это столкновение с машиной. Рана серьезная, болит. Это что случилось, Кучики? Почему такое серьезное выражение лица? Ничего, желаю тебе скорее поправиться. Может провести тебя? Нет, ничего страшного, правда, пока. И по дороге пошла, ну молодец. То есть ее только что машина чуть не сбила, так по факту-то мы знаем, что там случилось. Но нам этого сейчас не показали. И могли бы, конечно, нарисовать и на ноге там небольшой синяк, ну ладно. Та девушка, ты с ней хорошо знаком? Ой, смотрите-ка, девушка. А почему обращаешься с ней как к мужику? Она живет по соседству, можно сказать, что мы хорошие друзья. 3 года назад ее старший брат погиб в нашей больнице, так она лишилась единственного родного человека. Вы была духовной силой тогда. Не сравнится с теперешней. По-моему, такого слова в русском языке нет, как меня бесит. Я так четко могу рассмотреть духов только с недавнего времени. Что случилось? Отныне пустяки. Вечер этого дня. Когда уже будет весело? Я будто Блич пересматриваю. Есть указание. Указание? Ай. Он пришел в дом! Хватит залипать, целься в голову. Чего? Ты она же его не призывает. Я не помню, что было. Лицо этого парня, это был брат Иноуэ. Она с ним в дом пришла. Он был в доме у Иноуэ. И они пришли к Иноуэ. И там он поранил ему маску и увидел брата. Так называемые пустые изначально все были обычными человеческими душами. Ненависть и печаль. Да, мы знаем все это про пустых. Почему брат Иноуэ отковал меня? Пустые падшие души. Не удастся съесть тебя. Чтобы заполнить потерянное сердце, он ищет любимую душу своего сосуда. На Георхим был небольшой ушиб. Это след от удара пустого. Тогда авария тоже дело рук брата Иноуэ. Этой девушке грозит опасность. Тем временем у Иноуэ. Я вообще не помню, что там... А, нет, я вспомнил. Он мог... Все, ребята, не пишите там в комментариях. Хотя... Подожди, это видео будет премьерным, возможно. Да, почему бы нет, почему бы нет. Вот там прикол в чем. Как бы я вспомнил, что он сломал кровать Ичиги. То есть он появился у него дома, сломал ему кровать. Ичиги его поранил. Увидел маску, лицо увидел. И в итоге все вот так вот обошлось. Как ужасно, Орихима забыла даже мой голос. Обманщик, мой брат не способен на такое. Я так одинок, постепенно забываешь меня, ты не слушаешь меня, наши чувства охладили. Дай-ка я тебя съем. А, я сначала убью тебя. Остановись. Ты знаешь, почему старший брат приходит в этот мир первым? Чтобы защищать своих младших братьев и сестер, не так ли? А ты, старший брат, говоришь своей сестренке, что хочешь убить ее. Так не подобает говорить даже под угрозой смерти. Да ему-то чё, он дохлый, пустой уже. Это что за паукообразные создания, не понимаю. Бах, бах.
А давай вот этого. Ну, руки что-то посильнее, по-моему, бьют. Кровотечение. Давай, чего. Отлично. Минус двое. О, басястый, здорово. Бум. Что у него 1000 чего-то там? А у нас 20 всего. Скорость? Что это? Дайте посмотреть. Так, ну я разозлился, поэтому... Get some attention! Их руки. Сука. Сука. Он сказал, сука. Конец тебе. Давай руки. Бах-бах. Комбинированная атака, и все, мы его победили. Ну, я угадал. Сука, цуй. Класс. Арты новые, я смотрю. Тут таких раньше не было. Открывается после прохождения сюжета 2-2. Повышение качества персонажа. Уровень 4. Так, это скорость, да? Ловкость. Камень духа воина, ловкость. Смотрите, представляющая огромная ловкость. А где же качать персов-то? Покажите мне уже. Хватит историю мне эту показывать. И новое. Если так продолжится. Неизвестно, когда я обратно превращусь в монстра. Поэтому сейчас, когда есть... Еще хоть немного сознания. Я надеюсь, что ты заставишь меня исчезнуть. Извини, братишка, это я во всем виновата. Да не надо себя винить ни в чем. Давайте уже заканчивать. Мы знаем историю, мы все знаем. Дайте мне уже поиграть. Че это? Глава. Chapter 1. Новоиспеченные шинигами Дайко. Закончено. Дайко. Что? О. Ничего себе, элитно. Давайте перейдем на главный экран. Ну давайте. New Function Unlock. Почему все на русский не перевести? Открыта главная миссия. Завершите миссию и получите много наград. Ну я нажимаю. Главная миссия. О, 500 ресурсов мы получили. И еще 50. Ну 50 же. Во вратах Сен-Каймон можно набирать сильных персонажей. Врата Сен-Каймон. Оу, один набор. Бесплатно. Ну, тоже бабочка. Двузвездная Рихима. А сколько всего звезд? Где строй? Автопостроение. Ух ты, сохранить. Строй сохранен. Семидневный вход. О, нифига, семидневный токен души. Рангио Муцумото, СССР. СССР. За вход на следующий день можно получить персонажа Рангику. Прикольно. Битва. Бояко кучек. Активируйте душу звезд, чтобы бесплатно получить токены души. Опять стори. Да, я знаю. Я историю всю эту знаю. Она, конечно, выглядит интересно, но дайте мне поиграть. Опять на авто нажимать. Я сам хочу добежать. Это кто? Это что за чувырло? Кто это? Чувыр. Давайте попробуем мощное комбо нескольких человек. Сначала ищем Куросаки. Именно сейчас урон от комбо в точке P или R... Получит x1.2 бонус. Вот и она прыгает. Повторите комбо, чтобы получить награду, получить бонус урона в x1.4 и нанести врагу смертельный удар. Ну, классно. О, опять ты же сдох. Тройное комбо. Бух-бух. Давай, морвим. Живой. Ну опять он обосрался, ну что такое? Слушай, Арихима, ты почему впереди сидишь? У тебя вроде хил, да? Да, только одного персонажа хилит. Сейчас мы ему на колдебилим. Вот, можно x2 поставить. x08, вот даже замедленно можно. Ну давай, руки, смертоносные. Я думаю на x2 играть, потому что... Ну... Так будет быстрее. Виктори! А почему Арихима? Я же это использую. Где качать персонажа? Покажите, пожалуйста. Я хочу покачать персонажа.
Активируй душу звезд, чтобы бесплатно получить токены души. Да я не успеваю прочитать слишком быстро. Что тут? Не волнуйся, там действительно что-то есть. Однако ничего скверного. Просто дух, который боится одиночества. Только если ничего не предпринять, рано или поздно он превратится в пустого. Лучше всего провести ритуал с шинигами сегодня же вечером. Понятно, я опять не посплю. Хватит жаловаться. Да-да. Только что сестру, преследовавшую нас, атаковал напавший нас парень. Этот парень, похоже, почти морально готов стать шинигами. Мы впервые встретились с Садо, когда мне было 12 лет. А что было дальше, посмотрите в аниме. Путь судьбы. Одноклассник и близкий друг Ичига, так как Ичига ему когда-то помог, он приходит на выручку Ичига, когда кто-то его обижает. Хм, блин, прикольно. Ну-ка дальше кто? Урю Ишида. Одноклассник Ичига. В школе он отличник, на самом деле является представителем класса Квинси, который издревле сражается с пустыми. Издавна, может, хотя бы. Использовав, можно сменить образ Ичига Куросаки на скин высвобождения. Спецэффект навыка в битве также изменится. Круто. А это Банкай. Использовав, можно сменить образ Ичига, да. Скин Банкай. Слушай, круто. Так что по миссиям. Это, я так понял, значит, выполнено. Да. Ура. Что тут у нас? Подарок. Ух ты. Бесплатно. Недельный пакет. Месячный пакет. Бесплатно. Так, и недельный бесплатно. Все, забираем. Что? Купить за один. Окей. Месячная карта. И... Ясно. Так, пройти... Так, пройти режим истории опять. Получить... Пройти еще режим истории. Так, режим пройти главу 2 режима истории. Уровень команд достиг 10 уровня. О, мы можем бегать! Наконец-то! Это что? Это как в этом. Слушай, по-моему, игра что-то похожа на... УР. А шестизвездные персы, пятизвездные есть. Слушай, как много персонажей еще. Не, я так понял, максимум это двухзвездные. Да, слушай, интересно. Так, Юруичи у нас, четырезвездные уже. ХП, урон, деф и что вот это вот, четвертый стат? Ячерум, Биякия. Зонгетсу. Кенпачи. И... О, ну-ка, комбо. Что там? Не прибор. А, не приобретен. Кенпачи. УР. Ультра рар. Неистовая пляска. Кенпати дзараки. Кен, блин. Что? А почему здесь написано Кенпачи, а тут Кенпати дзараки наносит урон? Навык доп наносит персонаж за защитой. Поединок. Специальность. Атакующий. Предельная атака одного ряда, неограниченная ультима. Защитник. Противостояние персонажа, опирающимся на атаку, восстановление жизни ультимой. Вау. А кто еще есть? Поддержка, щит при атаке, кровоточащей атакой. Кто еще есть? Только три класса, я так понял. Да, только три класса тут есть. Ну-ка, что еще у Кен есть? Кенпати дзараки наносит урон. Шеринги врагов снижает защиту. Слушай, нифига у него тут. Это что? Не запущено. Усиление атаки с окурным. Универсальный пассивный навык. После улучшения. Ой, повышает собственную атаку. Ну-ка, ультима. Когда на поле боя Кенпати дзараки повышает как... Слушай, как тут всех так зовут? Сюнсюй кёраку. Ну-ка, ну-ка. Дзангетсу. Давай, выше.
Урахара. Киске Урахара. Соске Айдзен. Чё, что у нас есть? Вот это. Чё? Сигекуни Ямамото Генрюсай. Ну и так далее. Ну, мне вот, не знаю, бьякуя. Бякуя кучики. Ну, перевод, конечно, забавный, да, посмеяться можно. Канами Тосен. Тосен. И последний. Рэцу Унохана. Тоже неплохо. Так. Ой, мне показывают, куда бежать надо. А, я нажимаю, он... Понятно. Давай-ка, забегай. В смысле? А, да вон, на карте все показано. Так, так, так. Вот он, падла. Гусеница вонючая. О, Кенпати Дараки. Старт. И сейчас Ичига последний. Слушай, неплохо. Че, все? Нормально. Где мне использовать вот эти вот ресурсы, я не понимаю. Ну-ка, давай-ка выйдем. А, может, нам сейчас покажут? Да, неужели? Так. Синяя разблокирована душа белого тигра. Так, что у него? БС. 70, стало 729. Атака 578. Жизнь 36. Что такое БС? БС-ком. Рейд. Р Ичига. СР. Р руки. СР. СР. Повысить качество. Теперь она супер крутая. И тебе повысить. А всем троим повысим. А что мне? У меня все трое крутые. Е-е-е. Так, давай-ка автоматически. Ну, автоматом идет автопоиск. Ой, здорово, Юзу. Какие они все маленькие, класс. Я вернулся. Ты кто? А, братишка, ты вернулся. Да, я только что сказал, что я вернулся. Отчего такой встревожен? Это он ей, да? Отчего такая встревоженная? Авария, там на перекрестке произошло ДТП. ДТП? Отец, может быть, я чем-то смогу помочь? Нет, встань в угол и не мешай мне работать. Очень смешно. Ой, чат птичку принес. Сейчас скушаем. Папа, здесь еще один. Пожаловал огромный парень. Ичига, пора приниматься за работу. Садо. Какое серьезное ранение. Это чувство. Ты пока тихонько ожидай. Нет, все это уже не важно. Ой-ой-ой. Юдзу, Карин. Ну, хоть Карин нормально. Карин, приготовьте койку. После возвращения Чига в комнату. А, жопа болит. Так, ты чувствуешь? Ты чувствуешь, как оно? Конечно! Слушай, что-то я не так начал. Даже находясь в этой комнате, я все ощущаю. Хотя ничего не чувствую на теле попугая. Но от раны того парня исходит дух пустого. На рассвете следующего дня мы поиграем уже. Ну, блин. Доброе утро, вы уже завтракали? А, что случилось с Карин? Она сказала, что не голодна и выглядит как-то неважно. Она заболела, такое сейчас случается. Ой, я буду читать, пока я сейчас раздеваюсь тут, господи. Я это уже все смотрел, это очень скучно. Бякуя? За первое пополнение можно получить персонажа Бякуя Кучики. Я хочу пополнить. А, иди-ка ты в жопу, я не буду так платить. Не надо мне. Гукия, привет. А, 12 собрать их. Слушай, я чада могу получить. Сколько он звезд? 3 звезды. Сияющая Магатама. Слабое звучащее колебание души, стоящая вещица. Токен души. Доступен после прохождения 2.4. О, мне надо историю пройти. И тогда мне откроется персонаж. Как они видно бегают. Руки. Ну как дела? Нашли, куда он подевался? Нет, а у тебя как? Я тоже не могу найти. Из мира духов не удается получить информацию о пустых. О, да, только эти рисуночки вернулись. Потому что пока пустой ничего плохого не сделает, он прячется в завесе между миром людей и миром духов.
Хотя они обратили свой взор на Сада, но пока они не объявятся в мире людей, мы не сможем знать их местоположение. По ту сторону пропавший Саду. Я обязан перед вами извиниться. Всех, кто меня воспитывает, постерегают несчастье. Я знаю. Я никогда не говорил, прости, я. Не принимай близко к сердцу. Поэтому, дядя, не связывайтесь со мной, оставьте меня. На меня дождик покапал. Это твои братья на меня нассали? Ой, простите, я не могу так уступить. Дядя, хватит уже. Не волнуйся, ничего страшного, я сильный телом, это мое преимущество. У Ичиги, который продолжает поиски Сада. Знаете, я думаю, можно на этом остановиться. Игрушка прикольная, выглядит интересно. Внешний вид мне тоже привлекательный. Перевод отменный. Ну, естественно, сарказм, конечно же. Перевод какой-то то проводник душ, то шинигами. Имена, конечно, переведены прям вот как в Википедии. Ну, это ладно. Не как мы привыкли. Достаточно неплохо сделано. Приятно уже, что есть русский язык. Если это видео вам понравится, и оно наберет, ну, хотя бы 100 лайков, то я буду записывать продолжение по этой игре. Да. Вот. Поэтому, если вы хотите продолжение, и вам все понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всех благодарю за просмотр. Следуйте по всем ссылкам, что есть в описании. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на меня в Телеграме. Ссылка есть тоже в описании. Не забудьте, что ссылка на плейлист с игрой вот этой вот. Если будет вторая серия, то я оставлю плейлист с этой игрой. То есть я оставлю ссылку на плейлист с этой игрой. Если будет продолжение. Если не будет, ну оставлю, наверное, на игры один взгляд. Вот. Ну и жмите на колокольчик, чтобы... Все время вас оповещал YouTube о том, что Дрейфур выложил новое видео. А это у меня все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.